Из Италии также пришла печальная новость. Там на 85-м году жизни скончался известный футболист и тренер Чезаре Мальдини. Большую часть своей карьеры он играл за Милан. В его составе он четырежды становился чемпионом Италии и выигрывал Кубок европейских чемпионов. Впоследствии Мальдини стал не менее успешным тренером. Сын Чезаре, Паоло Мальдини, пошел по стопам отца. Он также стал известным футболистом.